Первый после периода самоизоляции семинар в рамках обучающего проекта «Все о ЖКХ» прошел в поселке совхоза имени Ленина. Всего на территории муниципалитета уже было организовано 3 таких форума. Основная цель мероприятия – в доступной форме рассказать об основных понятиях и нюансах жилищного законодательства и показать, как успешно применять эти знания на практике. Лекции ведет руководитель местного отделения Ассоциации председателей Совета многоквартирных домов Людмила Лернер. Мы раскрываем каждую тему поподробнее, и потом по каждой теме жители задают вопрос, и мы стараемся оперативно ответить. Потому что каждого интересует свой дом непосредственно, да, своя проблема. Поэтому мы ввели такую практику, что после каждой темы на эту тему задают вопросы, и мы отвечаем. На семинаре были рассмотрены 6 основных тем. Законодательство в сфере ЖКХ, капитальный ремонт, система обращения с твердыми коммунальными отходами, создание совета дома, взаимодействие с управляющими компаниями, тарифы на коммунальные услуги. В основном люди обращаются с вопросами по поводу мусора, как складывается тариф по мусору, также как складывается тариф управляющей компании, куда идут денежки их, там что у нас как бы грозит там капремонт, если у нас там спецсчет, либо у людей идет, как говорится, в копилку на капремонт. Вопросы, все, что касается ЖКХ. В ходе встречи жители могли задать свои вопросы. Большой интерес вызвала тема о проведении общих собраний собственников, в том числе в электронном виде, предоставление реестров владельцев жилья и набор кворума. Многие считают, что если есть представитель совета дома, он царь и бог, он все решает. Нет. Высшим органом является общее собрание собственников. То есть все решения принимаются на общем собрании. Но общее собрание может наделить определенными полномочиями председателя совета дома. Все участники семинара получили учебные пособия, в которых содержится необходимая информация курса. Стоит отметить, что помимо семинаров обучение можно пройти и дистанционно. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.